Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем играть в Bus Simulator 16, и у нас осталось один единственный пункт вот в этом текущем задании, это иметь 5 автобусов-гармошек. Вот, хоть здесь написано на маршруте, я еще раз повторюсь, я все-таки склоняюсь к тому, что все-таки в автопарке нужно иметь 5 автобусов-гармошек. Вот, и за кадром я достаточно изрядно поездил. Вот, сделал себе такой вот коротенький маршрут из 3 остановочек. Фиолетовым он обозначен. Наш 11-й маршрут, который простаивал у нас, на который не было назначено водителей. Я его укоротил, собственно говоря, и по нему катался. Нам на данном этапе уже не важно зарабатывать много самим на маршруте. Это за нас делают наши водители. Вот, как вы помните, у нас уже был один автобус-гармошка, это МАН. Я за кадром купил еще 3 автобуса. Ну, взял, естественно, самые дешевенькие автобусы САС. Вот они, 3 штуки. И у нас денег 260 тысяч. Нам осталось сделать буквально еще один рейс. И у нас будет деньги на 4-й автобус. Но мне хотелось бы взять автобус-гармошку именно не САС, а вот этот вот МЕРС. Вот такой гармошки у нас еще не было. Вот, вот этот у нас есть уже, а МЕРСа... Так, подождите, нет, не этот. Или 40-й у нас есть. Так, что-то я не помню. Короче говоря, какой-то из этих манов у нас есть. Так, 40-й и... 23-й. Ну-ка давайте посмотрим ради интереса. Я уже что-то и сам запамятовал. Да, 40-й все-таки. 40-й имеется. Так, ну я хотел бы, еще раз повторюсь, взять все-таки МЕРС. Взять МЕРС, и для этого вот этот маршрут я сейчас немножечко изменю, потому как хочу его оставить в дальнейшем для водителей. И сейчас мы по нему проедемся. Вот, водителей у меня уже нанято 14, ну, маршрутов всего 13. Вот, по 11-му катаюсь я. У нас по 2 водителя работает на 1-м и на 13-м маршруте. Довольно-таки неплохой доход приносит. Где-то порядка 45-50 тысяч у меня сейчас за неделю получается. Поэтому я вот так вот и работал на коротком маршруте, на Мане-Каратэше. Собственно говоря, водители за нас делают, еще раз повторюсь, нашу работу. Ну все, хорош балаболить. Давайте изменяем 11-й маршрут. Так. Направление я у него не поменяю. Единственное, я его сделаю вот так вот, через 3 района. Так. Соединю. Вот таким образом остановки. 7 остановочек у нас будет. Вот. Будет начинаться он в нашем начальном районе и заканчиваться в последнем открытом. Так, погнали. Маршрут достаточно прямой. Единственное, вот здесь вот такой нехороший поворот. Ну и при выезде из гаража вот тут еще будет. Я думаю, это не проблема. Хочу проехать на автобусе гармошки. Так, проехать, да. Проехать. И будем выбирать автобус САС. Вот дело в том, что на Мане мы уже ездили, а вот на этом автобусе мы еще с вами не катались. Давайте его опробуем. Быстрый старт я делать не буду. Вот в комментариях написали, вроде как интересно наблюдать, как я выезжаю из гаража. Ну хорошо. Так, ну и в оба конца, естественно, я сейчас уже не катаюсь. Так, поехали. Загрузочка. И... Да что ж такое? Маршрут изменен. Насколько он изменен? Покажите мне карту. Покажите мне карту. Блин, а как я могу карту посмотреть? Только сев в автобус, да? Ну-ка, сильно вы изменили мой маршрут. Так, покажите мне карту. О, не-не-не-не-не, ребят. Так не пойдет.
Так не пойдет. Такой маршрут мне не нужен. Сейчас я здесь буду вот на этих финтибобинах на автобусе гармошки выкручиваться. Нет, спасибо. Так, еще раз пробуем. Так, сейчас вроде бы нормально, да? Кофеек. Вот, наверное, выезд из гаража стоит оставить только ради кофе, да? Так, вот такой вот красавец у нас. Так, ну и сзади опять поленились два колеса нарисовать. Так, ладно. Выезжаем. Что же делать-то? Так, а дверей у него 4. Что же делать-то? Так, заводим, включаем свет, включаем. Так, круиз-контроль. Конечно же, с тормоза снимаем. Так, вот здесь я где-то остановлюсь. Опять ты. Мужик, не стой около этого гаража. Иначе здесь кто-нибудь тебя когда-нибудь прихлопнет за надоедливость твою. Так. Че, мужик, первый раз автобус-гармошку увидел, да? А? Он вообще куда-то смотрит не туда, куда надо. Так, дамочка, вот я тебя же сейчас задавлю. Я же тебя сейчас задавлю. Так, давайте закроем дверь для приличия. Так, включим поворот. И, собственно говоря, выезжаем. Сказал я, и тут же появились машины. Целая толпа уже стоит, наблюдает. Вот задавлю же сейчас нафиг, смотрите. Нет? Серьезно? Проехал? Нифига себе. Круто. Что-то здесь или стекло маленькое, или посадка какая-то не такая. Отвык я уже от этих САСов. Больше привычно на манах ездить, чем вот на таких длинномерах. Ну да ладно. Нам сейчас главное купить 5-й автобус-гармошку, чтобы ублажить желание нашего богатого воздыхателя. Так, первая остановочка. О, здесь, смотрите, камера более-менее нормальная. А вот на манах прям крупным планом как-то берут не совсем, скажем так. Не совсем удобно наблюдать. Смотрите, гармошка идет хорошо. Довольно-таки неплохо. Разгоняется. Awesome.
Так. Что-то народу как-то не очень много. Я думал, между районами будет все-таки. Так, дамочка, ты потерялась? Вот, думал, между районами все-таки как-то будет побольше пассажиропоток. Но нет. Ну, смотрите, как светофоры прям фартит. Отличный вид. Просто шикарный. Проще, наверное, так посмотреть как-то. Во. Все? Все залезли? Так, едем дальше. Ну, смотрите, опять зеленый. Прям красота. Прям красота. Чем мне больше всего нравится на этом маршруте, это минимум пешеходных переходов. Так, смотрите, кое-как припарковался. Говорят, идеальная парковка на остановке. Ну, видимо, вот этот прицеп не учитывается все-таки. Так, все. Все залезли. Красота, а не маршрут. Никаких тебе поворотов, никаких выкручиваний руля, переломов гармошки и так далее. Мужик, заходить надо? Нет. Надо до последнего в своем смартфоне поковыряться. Так, протяни, а, немножко вперед. А им пофигу. Не хотят протягивать вперед. Куда ж ты? Так, братуха, у тебя вот там знак «Уступите дорогу» кому стоит, а? Сволочь такая, а? Смотрите, и даже назад не отъезжает. Вот как мне теперь лавировать здесь? Конечно, по вине другого лица ДТП, еще бы. Еще бы по моей вине сделали, я вообще в шоке был. Так. Так, ну давайте, давайте. Последняя остановочка осталась. Разошлись наконец-то. Нет, эта дамочка явно потерялась. Да определишься ты уже или нет? Я из-за тебя поехать не могу. Ведь мне ж потом впаяют предупреждение, что оставил пассажиров на остановке. Думала, думала. И наконец придумала. Next stop, Garrison Lane. This is the last stop. Make sure to take all of your belongings with you before stepping off the bus. Так, будешь еще здесь мне мозги клепать?
На красный, пофигу. Молодца. Какая-то вообще потерянная. Так, пассажиров вроде нету. Ой, пассажиров, пешеходов. Так, здесь с запасиком берем. И последняя остановочка. Так. Окей. Так, давайте посмотрим, куда нам предлагают. Ох, ничего себе, вы шутите. Серьезно? Вот сюда, в гараж? Не, не хочу. Не хочу однозначно. Так. Легендарный водитель. Легендарный — это хорошо. Больше денег. Так, ну и смотрите, вот было 260. Или сколько там стало? 311. Довольно неплохо. Тут только одна реклама, вон. Половина суммы, наверное, приносит. Так, ну вот. 51 300 мы чистыми заработали на этой неделе. И теперь момент истины. Теперь момент истины. Так, до 15 активных маршрутов. Нет, нам сейчас нужно автобус купить, гармошку. Так, магазин. Где там наш Мерсик? Ситара G. Так, 300 тысяч. Офигеть. Берем. Отлично. Засчитали нам задание. Вот так вот. Еще одна причуда у нашего богатого товарища. Вот, нужно создать маршрут через все церкви, да? Соедините все три церкви в Sunny Springs одним автобусным маршрутом с Central Station. Так, Sunny Springs. Sunny Springs. Sunny Springs — это город же. Я район ищу. Central Station. Так, ну это я, наверное, за кадром уже буду смотреть, соединять. Вот, на данный момент у нас задача выполнена. Так, мы можем кастомизировать наш автобус. Предлагаю сейчас этим заняться. Так. Кастомизация. Наша фирменная наклеечка. Обязательно. Без этого никак. О! Окей. Так, применить. И обязательно реклама. Двигатель прогресса. Без рекламы никуда. Так, сюда прилепим. Так, вот эту подранную шкурку сюда прилепим. Так. Дальше сюда мы собачим, наверное, вот это хозяйство. Оп. Так, и последний слот где-нибудь вот здесь. Тоже что-нибудь. Вот это, что ли? Давайте сделаем. Во! Красотень.
Так, и здесь, смотрите, колеса все одинарные. Блин, ну как же меня вот это вот... Не то чтобы бесит, но просто как-то вот... Короче, не будем заострять внимание на этом. Так, водитель, еще один водитель нужен. Обязательно, чтобы пустить его на 13-й маршрут. Так, мне нужен как минимум опытный, как максимум очень опытный. Так, 1090, больше всех, да и плевать. Зато он денег будет больше приносить. Так, и на 11-й маршрут мы его с вами назначим. Очень опытный. Все, отлично. Отлично. С сегодняшними задачами, я считаю, мы справились. Ради всех святых. О как! Куда шагнули, а? Ну, будем все это делать уже в следующей части, друзья. А на сегодня все. Если вам эта серия понравилась, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего.